селе Азово убили 28-летнюю женщину. Тело с ножевым ранением обнаружили в доме, где проживала погибшая. Известно, что пострадавшая работала главным бухгалтером управления Министерства труда в районной администрации. Она не вышла на работу, и ее коллеги приехали к ней домой, где и нашли тело в луже крови. С места убийства следователи изъяли следы. Не исключено, что преступление совершено из корыстных побуждений. Сейчас проводится опрос свидетелей и розыск подозреваемого.